Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 18 упражнение. Нужно списать, расставляя пропущенные знаки препинания, сделать фонетический разбор выделенных слов, обозначить звуки на месте выделенных букв, указать слова, употребленные в переносном значении. Итак, с добрым утром! Давайте с вами спишем и расставим пропущенные буквы и знаки препинания. Задремали. Е, дрема, задремали звезды золотые, ставим запятую, сложное предложение. Задрожало, вставляем О, дрожь, зеркало затона, также сложное предложение. Брежет, вставляем З, свет на заводе речные и румянец сетку небосклона. Сети, проверяем. Улыбнулись сонные березки, березы, ставим запятую, однородные члены предложения. Растрепали шелковые косы, треплет, вставляем Е, шелестят, шелест, вставляем Е, зеленые сережки, серьги, можно проверить, горят серебряные росы, ставим запятую, поскольку сложное предложение. У плетня заросшая крапива, зарасти, вставляем С, обрядилась ярким перламутром, и качаешь шепчет, шепчет, шепот. Шаловливо, шалость. И прямая речь у нас тут с добрым утром. Далее нужно указать слова, употребленные в переносном значении. Звезды задремали, зеркало задрожало, березки улыбнулись, березки растрепали косы, росы горят, крапива обрядилась. И фонетический разбор уже выполнен. На этом все. Больше видео можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.